первой платформе прибывает выставочный поезд. На станции Иваново Северной железной дороги долгожданный гость – уникальный передвижной лекционный комплекс РЖД. Снаружи обычные вагоны, внутри интереснейшая экспозиция «История железнодорожных путей и сообщений». В нескольких залах действующие макеты высокоскоростных поездов, динамические тренажеры электровозов, электропоездов и локомобилей. Каждый вагон посвящен отдельной тематике. Это вагон скоростного-высокоскоростного движения, в котором мы сейчас находимся, с моделями подвижного состава. Подвижной состав, инфраструктура железных дорог, молодежная кадровая политика. Железная дорога надежна, потому что достаточно помнить 1941 год, и если бы не железная дорога, битва под Москвой бы, наверное, не состоялась. Первыми на экскурсию пришли учащиеся 63-й школы. Для ребят все в новинку. В первом же зале им рассказали о самом скоростном поезде – «Сапсане». Его скорость – 250 км в час. Расстояние от Питера до Москвы он преодолевает за рекордные 3 часа 45 минут. Мне здесь очень нравится. Я хочу здесь побольше узнать. И мне очень нравится ездить на поездах. Мне кажется, у поездов очень большое будущее. То, что они будут скоростные. И считаю, что их самолет не заменит. А как ты думаешь, это интересно только детям или взрослым тоже? Нет, взрослым это тоже очень интересно, так как тут не только для детей экспонаты есть, в которых есть можно поучаствовать в некоторых поездах. Лекционно-экскурсионный состав курсирует по стране уже 6-й год. За это время он объехал все уголки России, в которых, разумеется, проложены рельсы. За это время он посетил все железные дороги нашей страны, от Калининградской до Дальневосточной, и начиная от Мурманска до Адлера. Пользуется популярностью, я могу сказать, что, в принципе, наверное, на всех слоях населения, потому что здесь каждый для себя найдет что-то интересное, начиная от школьника, заканчивая уже седыми мужчинами. Уникальный передвижной комплекс пробудет в Иванове всего пару дней. Для студентов очного отделения, школьников, воспитанников детских домов и интернатов вход свободный. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.